отлично. Сейчас, сейчас, секунду. Чувака! Чувака, ты барабака! Хорошая девочка. А, это хорошая рыбацкая собака. Всем привет! Я сегодня выбрался на Днестр, но из-за того, что уже где-то неделю идут дожди, ну, с перерывами там на полдня, речку затопило. Вот видите, это берег. Это не берег, как везде затоплено все. Даже сзади все каналы затоплены. Мы не стали куда-то далеко ехать, мы стоим недалеко, вот прямо вот трасса вот за моей спиной, вот, трасса Одесса-Рени. И сегодня, ну, я, наверное, буду пробовать закрыть сезон по карпу. Плотву хочу, леща хочу поймать. Ну, а что из этого получится, вы, конечно, увидите. Вот, видите, как шумит трасса сзади. Так как в любые другие места мы просто не попадем. Те, кто были смелые, они застревали. Как бы ходили вдоль реки, проверяли, но печально все, как бы с дорогой. Везде лужи, болото, ну, оно и понятно, неделю дождей. Вот такой вот у нас декабрь. Монтаж у меня. Раннинг, так называемый. Кормушечка, ну или инлайн у нас его называют. Косичка, чтобы поводок не путался, вот такой отводик. Косичка из лески 0,35. И вот такой 0,25 поводочек из лески. Вот такой вот монтажик у меня на лесочке. Небольшой крючок. Две горошинки висят. И 0,30 калипсовская леска Titan Force. Такая самая бюджетная, самая простенькая. Сейчас будем забрасывать нашу удилище. Это карпа у меня от Калипса. Новое удилище такое. Катушечка Ryobic Caspro. Все, забросил я несколько удилищ. Одно экспериментальную на черноморскую мидию. Одна на опарыш классический. Возможно, с мотылем буду миксовать. И одна на горошек. Вот такая вот у меня замечательная прикормочка. Тут три разных прикормки. И добавил мотыля еще сюда. И вот на мидию первый результат. Ух, какая хорошенькая плотва. На мидию такие. На реке тоже ловят. Смотрите, какая. Сантиметров 20 дней. Серега, я нашел вот эту такую. Вон на две горошины как клюет. О, карпуша, походу. Карпик, походу. Загибает. Что, пора всекать? Походу есть. Есть. Да, есть. Есть. Пошла борьба на две горошины. 11-е, вот вам и декабря. Как карпуха клюнул. Собрался таки. Папа, не, это я.
сильная рыба. Возьми, пожалуйста, эту удочку. Смотай, пожалуйста, а то она запуталась у меня за соседней. Да. А, нет, подожди. Может. А, она здесь запуталась сильно. Ух, какой. Анчоус. Есть, коробка. Смотри, какой. Посмотри, какой. Ох, Серега, блин, выдал. Ну. Вот это я понимаю. А на что, Серега? На две горошинки, да. Такое. А, вот тебе. Утро, да? Утро. Все снасти пособирал. Вот такой вот красавчик. Ну, кило 2-2,5, я думаю, есть. Отправляйся пока в садок. Ну, это неплохая. Вроде бы хорошенькая плотва, но в ней 17 сантиметров и надо отпускать. Сопротивляется. Ой, хорошо сопротивляется. Миндя сегодня лучше всего работает. Ух, какая. Ну, вот такая вот. Клипса. И это середина декабря. Мухи, паучки. Ставил мотыля и сразу. Ух, какая, мадемуазелька. Это уже нормальная, да. Ты без каши? С кашей. Каши. Да, дождики сделали свое дело. Ой. Это хорошо сопротивляется. Папа, в 12:40 будем собираться. Да. Часа в 2 или 3 будем уже там. Уже 2 кг, наверное, мелочи поймал. Все, уже собрал фидерки. Мое карповое удилище. Отлично порыбачили.
клюет в основном, ну, вот такая вот плотва. Там до 18 сантиметров. Ну, это еще маленькая, были и покрупнее, конечно. Ну, были и покрупнее, но вот килограмма два я такой мелкой выпустил. Поймал, отпустил, поймал, отпустил. Так как до 18 брать нельзя, да и что с ней такое делать? Все забито, мест почти нету, дороги нету, все залито. Ну, в общем, на этом вот, думаю, буду завершать. И эксперимент таки получился. Карпика поймал, хотя весь берег сидит. Ничего не клюет, никто ничего не достает. Куча удилища. У меня вот, как обычно, фидерное удилище. Там три удилища. Покрываю просто все условия, которые могу. И фидерная ловля, и карповая ловля. Сейчас покажу, что получилось поймать. Карпуха и сколько там, штук 5 хороших плотвичек.